вам уже Юлия Фурман объяснила, что слово «сирийский» не надо воспринимать буквально. Это специальный термин, которым пользуются ученые, ну, примерно в такой же степени справедливости, как они пользуются термином «сирийский» для Дарчина Акадского. Сирийским, конечно, называется не столько сирийский, сколько эдесский, ну и вообще шире диалект, который сформировался в Сирии, диалект арамейского языка, и, соответственно, та литература, которая на нем так, передать мне надо еще раз расширить. А, вот теперь картинка появилась. Отлично. Так. Нет, это я не то вам показываю. Совсем не то. Вот, значит, эдесский диалект арамейского языка. Вот, можно цвет чуть-чуть убраться, чтобы было что-то видно. Вот. Ну, наверное, опять же, я на всякий случай скажу, что, безусловно, термин... Простите. Извините, пожалуйста. Термин, которым мы сейчас обозначаем... слово «сирийский», «сурьяне», конечно, восходит к тому же корню «сур», значит, да, что и современное «сурье», сирийские, арабские, вот, ну и «ашур», конечно, тоже историю Сирии, вот, поэтому сначала для того, чтобы поделиться вам, о чем мы будем говорить, мы должны определить предмет сирийской литературы. Итак, сирийская литература в первом приближении, самом первом, примитивном, простом, это литература, написанная на сирийском или эдесском диалекте арамейского языка. То есть это такая ветвь арамейской литературы. Но это не просто ветвь какая-то. Это самая главная ветвь, потому что все другие ветви арамейской литературы на самом деле представляют собой такие чахлые кустики по сравнению с тем, во что выросла сирийская литература, начиная примерно с конца первого века и до нашего времени. Тут надо, я потом скажу про периодизацию. Пока запомните одну простую вещь. Сирийская литература не умерла, она жива, но сейчас она переживает постклассический период, такой же примерно, как, например, сейчас может переживать любой так называемый мертвый язык, возрожденный в той или иной степени. Конечно, не такой расцвет, как у иврита, до такого надо еще дожить, для этого нужно уникальное обстоятельство. Вот, но расцвет сравнимый, ну, в определенной степени с, скажем, с интересом к церковно-славянскому в славянских странах, когда пишутся какие-то тексты, ну, пусть эти тексты не очень высокого содержания, качества, но, тем не менее, пишутся. Вот, и люди его учат, люди к нему испытывают интерес. В общем, это древний язык, который живет и до ныне. Но первый момент специфики заключается вот в чем. Когда мы говорим литературу, вот представьте себе любой курс современной литературы, украинской, русской. Когда мы говорим украинской литературе, ну что смотришь? Шевченко, там, Лесева, там и так далее. Вот, что мы на русской литературе? Пушкин, Толстой, Достоевский. Когда мы говорим сирийской литературе, мы имеем в виду не только то, что мы подразумеваем по словам литературы в наших литературах, но мы имеем в виду всю словесность. То есть, например, Менделеев пишет трактат по химии. Это русская литература? Нет, это не русская литература. Барон-Ройо пишет трактат по оптике или по грамматике. Это сирийская литература? Да, это сирийская литература.
Значит, и тут сразу первое, что я хочу сказать, эта литература не только художественная литература, не только автобиографическая, но это целый букет разных жанров, о которых я скажу чуть позже. И самое главное, что эта литература, почему она так? Потому что она не так хорошо изучена, как украинская, русская, там, французская, немецкая и так далее. Дело ведь в том, что сирийские литературы начали заниматься как литературой примерно с конца 17 века. До этого сирийская литература, литературы как таковой не была. Она была преданием сирийцев или ассирийцев, она была их национальной гордостью, она была предметом интереса каких-то там гелекторов-одиночек в Европе, но она не была литературой. И вот с 17 века вдруг выяснилось, что это литература. И тогда начали разбираться, что вот это такая-то литература, там, художественная, это богословская, это литургическая, это научная, это философская. Но этот разбор не закончен до сих пор. Поэтому я формулирую мысль. Из-за того, что сирийская литература до сих пор не разобрана, мы в понятие сирийской литературы включаем всю словесность на сирийском языке, кроме эпиграфических, экономических и юридических памятников, которые изучаются отдельно. Поэтому вот здесь написано «литература и словесность», «Überhaupt» по-немецки значит «вообще». Вот, значит, словесность «Überhaupt» – это то, что мы, то, что является содержанием понятия сирийской литературы. Вся словесность. И вот теперь следующий вопрос. Арамейская словесность на Ближнем Востоке, она хорошо представлена, мы хорошо знаем, что какие арамейские тексты у нас вообще существуют на Ближнем Востоке, именно как тексты. Не надписи, не отдельные слова в еврейском тексте Библии, не отдельные фрагменты книги Даниила, не какие-то там слова и так далее, не что там, все, а именно как арамейская полноценная словесность. Где и когда люди, говорящие на арамейском, писали? Значит, я назову несколько моментов. Первый момент, кроме сирийской литературы. Первый момент – это талмудическая литература, точнее, часть ее, которая написана на арамейском. Еврейская традиция. Второй момент – это персидская традиция. В персидском государстве, как ахеменидском, так и сасанидском, то ахеменидское государство – это у нас когда? Примерно. Ну, да, там, 6 век до, значит, ну и, соответственно, ахеменидов завоевал Александр Македонский, значит, вот там, да, Александр Македонский. Сасаниды – это начиная со 2 века нашей эры и до арабского завоевания. Значит, да, со 2 по 7. Вот два периода персидского расцвета. Значит, если в первом периоде главными языками был персидский и аккадский, то уже сначала, но постепенно, уже в ахеменидское время, арамейский язык распространился, и в сасанидское время фактически арамейский язык стал одним из языков персидской литературы. Так, например, главное сочинение Мани, один из главных текстов Манихейса, написано, как мы знаем, на арамейском языке, и он специально для Шакура его перевел на персидский, чтобы тот мог его читать. Значит, два. Это у нас два уже примера арамейской литературы. Третий пример литературы на арамейском языке, кроме сирийской литературы, это так называемая мандейская литература, мандейская традиция. Это тоже арамейский язык, по которому большой специалист у нас Мэтью Моргенштерн, он же Стерн. Значит, эти все, но они по объему своему не сравнимы с сирийской. Сирийский – это огромный пароход, а это маленькие лодочки. Значит, как мы знаем, когда арабы завоевали персов, то персидская литература на арамейском языке фактически прекратилась. А у нас есть остатки этого, небольшие. Вот, например, есть пехлевийские тексты, переведенные на арамейский, потом попавшие в сирийскую литературу. Там это, например, «Житие Будды», известное как «Варлаам и Асаф», и другие разные всякие такие замечательные истории. Поэтому в арамейской словесности на Ближнем Востоке сирийская литература – это главное.
Значит, вот дальше я вас немножко повеселю. Значит, культурный шарнир и культурный рынок. Значит, почему в применении к сирийской литературе мы об этом говорим? Что такое культурный шарнир? Это культурологи придумали такое понятие. Это значит то место, через в котором происходит сгиб традиции, и она сплавно перетекает из одного периода в другой. Значит, период, из которого она перетекает, это период значит, как бы дохристианского развития, или период, как скажем так, период, в котором античная или древность восточная переходит в позднеантичный период. Она, поэтому значит, вот это шарнир, через который она переходит. Сирийская литература была одним из тех шарниров, на котором это все обращалось. Ну и культурный рынок, потому что сирийская литература оказалась в положении, условно говоря, торговца, который покупал у одних литературу и одних народов их произведения, их культурное достояние, переводил их на свой язык и передавал их дальше. И в этом смысле сирийская литература была культурным рынком. Теперь языковая специфика. Как я сказал, сирийская литература писалась в основном на эдесском диалекте. Вот, значит, этот эдесский диалект, он, естественно, был диалектом до примерно там 3-4 века. В 4 веке это превратилось в самостоятельный язык, так когда-то, скажем, были разные диалекты немецкого языка, в конце концов какой-то диалект стал преобладать, и из него вышел современный Hochdeutsch. Да, значит, когда-то там были разные диалекты общеславянского языка, а потом из них получились украинский, русский, белорусский, российский, как естественно это называют. Значит, ну и, соответственно, вот эдесский диалект – это диалект, который вырос в язык. Он развивался, и развивался он в очень своеобразном виде. Дело в том, что он взаимодействовал с разными другими языками, на первом этапе с греческим и среднеперсидским, на втором этапе с арабским и с некоторыми другими, назову вам, но не запоминайте, забудьте о том же, что я сказал вам, сагдийский, уйгурский там и разные другие, вот это вот языки на Великого Шелкового пути, с которым сирийский взаимодействовал. Значит, и поэтому в сирийской литературе большое значение стали иметь переводы, как в наших славянских литературах. С чего начинается славянская литература? С переводов Библии, литургических текстов, там, богословских текстов, исторических текстов, до того, как «Повесть временных лет» в Киеве пишут, соответственно, там, Нестор Летописец или там всякие продолжатели, до этого, значит, много чего уже было переведено там, на Афоне и в других местах, в студийском монастыре. Поэтому часто сирийцев называют нацией переводчиков. Вот этих вот носителей арамейского языка мы будем их условно называть сирийцами. Этот термин очень неточный. Они его сами используют, говоря, называя себя сурьёйе. На восточном диалекте сирийцы. Но это обозначает просто говорящие на арамейском языке вот эти люди. Значит, они переводили, из них вылазила нация переводчиков. Дальше религиозная специфика. В религиозном смысле сирийский, он же арамейский диалект арамейского языка, прошу прощения, значит, имеет одну особенность. И литература тоже. Поскольку в ней, начиная с V века, на ней писали христиане двух основных направлений, на самом деле там трех, но третье можно пока забыть. Это так называемые западные сирийцы или неофизиты, и восточные сирийцы, принадлежащие к Ассирийской церкви Востока, и которых раньше называли несторианами. Вот что я сразу хочу сказать, вот эти термины, которые раньше были приняты, монофизиты,
и не с реальным. Забудьте их и никогда не употребляйте. Эти термины... Что ж такое? Эти термины сейчас ничему не соответствуют, не отражают ни самоназвание, ни самосознание этих людей. Поэтому в истории литературы мы их не употребляем. Мы говорим западные сирийцы, восточные сирийцы. Значит, но тем не менее, они творили по-разному, находились между собой нередко в полемике. У них были разные траектории движения западно-сирийской, восточно-сирийской словесности, переплетавшиеся и взаимодействовавшие, но тем не менее. И эту религиозную специфику в истории сирийской литературы надо учитывать. Потом жанр. Первый жанр, который... Значит, вот теперь жанр. Собственно, из чего он состоит? Я вам сказал, что это не только художественная литература, но и всякая прочая другая. Первый жанр сирийской литературы, конечно же, это описание, Библия. Библия – термин греческий, естественно, сирийцы называли это просто «Ктавы Каддиша», «Священные книги». Библия, я отдельно посвящаю отдельное занятие, сирийская Библия, на первом этапе связана очень тесно с еврейской, и была, то, что называется Ветхим Заветом, было переведено непосредственно с иврита. Потом было сделано несколько апдейтов на основе греческого. Вот. Но тем не менее, Библия, конечно, это первый жанр, который мы выводим отдельно. Это отдельный жанр. Патрологическая литература. Патристическая или патрологическая литература – это происходит от греческого слова «патер». Который означает отец. То есть это литература отцов церкви, и ее довольно много. Но если в греческой традиции мы четко знаем, что вот есть отцы церкви, это и есть просто церковные писатели, то в сирийской литературе так сложилось в науке исторически, что патрологической литературой, строго говоря, называется вся богословская литература, которая на сирийском написана. Считаются эти люди отцами церкви, в строгом смысле слова, там, какой-то из церквей или нет? То есть это патрология, можно в скобочку написать богословской литературу. Затем следующий жанр важный – это агиография. По-гречески термин «хагиос» обозначает «святой». Хагиос – это «святой», поэтому агиография – это «жития святых». И всевозможные назидательные истории про всяких подвижников и отшельников, и монашеские сборники, и религии. Вот все вот это. Потом это, конечно, научная и историческая литература. Это важный аспект. Правильно сделайте, если мне зададите вопрос, а что за науки-то? Какими науками сирийцы занимались? Отвечу так. Они занимались всеми теми науками, которые потом расцвели у арабов. Астрономия, математика, медицина, геопоника, фармакология, химия, география, что еще? Из таких грамматика, безусловно, теоретическая. Сирийцы все это впоследствии, когда наступило Хунайн, там, где было написано, Хунайн Минасхак было написано. Хунайн Минасхак был одним из тех, кто стал переводить это с сирийского на арабский, и потом это все попало в арабскую науку. Поэтому, когда мы говорим арабская философия, арабская медицина, да, у нас там рази, рази, Сина и другие, они питались теми переводами, которые были сделаны с сирийского, а сирийцы перевели это еще раньше с греческого. То есть наука процветала у сирийцев. Историческая литература, что тут нужно помнить про историческую литературу сирийцев? Что сирийцы имели вкус к истории, но это был вкус ближневосточный. А ближневосточная история это какая? Это, там было две истории. История царей. Это узкая история какого-то царства. Она в Месопотамии очень распространена, она в Египте распространена. И второй жанр истории – это мировая хроника. Это то, что Херберт Кунген назвал «Weltchronik». Мировая
хроника – это, знаете что, вот классический пример мировой хроники, в общем и целом, это исторические книги Библии, Ветхого Завета. Когда говорится, что вначале Бог сотворил первого человека, потом он родил второго, третьего, четвертого, и дальше от того, что было в самом начале, приводится к современному состоянию. Мировые хроники сирийцами освоены были очень широко и переданы византийцам. Византийская хроническая литература является, так сказать, производным в каком смысле от сирийской, и даже один из первых хронистов византийской литературы, так называемый Иоанн Малау, носит сирийское имя, потому что его имя Малау по-гречески Ма-Ла-Лас, конечно, восходит к сирийскому корню Маллей, что значит говорить. То есть Малала – это ритор, который рассказывает. Вот, значит, поехали про периодизацию теперь. Периодизация и учебники. Значит, существует два подхода к периодизации сирийской литературы. Первый подход к специализации можно назвать конфессиональным. Он выражен в чистом виде вот в этой прекрасной книге, которая называется «Geschichte der syrischen Literatur». История сирийской литературы, автор ее Антон Баумштаг. Виднейший представитель немецкой не только семитологии и сравнительного литературоведения, но и крупнейший литургист, большой специалист по истории богослужебной литературы на Востоке, классификатор. Но эти две его стороны жизни проходили достаточно отдельно. Он в разных конгрессах принимал участие, и разные люди его знают поэтому с разных сторон. Значит, Антон Баумштаг был профессором в университете Бонна, вот, и он написал вот эту большую литературу, которая является очень важной, но не пионерской. Исторически вот этот, значит, в нем у него выражен подход, исходящий из того, что видите, вот здесь есть у него «Vor islamische Zeit», то есть доисламское время. В доисламское время он выделяет период борьбы между разными партиями христологии, там, Византии, сторонниками Халкидона, противниками Халкидона, затем монофизитские писатели и несторианские, вот этот термин, который, как я вам сказал, сейчас лучше не используется. И затем исламыша цайт, ой, нет, не ци это цайт, это я опечатался. Значит, он говорит, там, несториане, якобиты, яковиты, и затем идет второе тысячелетие, в котором он все дает вместе, навалом, так сказать, где у него это идет под названием несторианский и яковитский писатель второго тысячелетия. Вот у него прям такой отдельный раздел. В чем ценность этой прекрасной книги? Первое, что это на самом деле апдейт или развитие того труда, который произвел величайший знаток сирийских рукописей Стефан Евлади Ассимани. Значит, он по-латински называется Ассимани или Ассиманус. И это все значит, это латинская транскрипция его арабского имени Ас, ну, значит, Аль, да, Ассимани. Ассимани, естественно, он был униатом, то есть, как бы, серокатоликом, но и вот он в это время, поэтому Ас – это артикль. Вот, значит, Ассимани, который написал как бы каталог рукописей Ватиканской библиотеки, он был хранителем сирийских рукописей. Но этот каталог рукописей фактически превратился в историю литературы. Но до нее не совсем дорос. Вот за это было в 17 веке.
за то время, которое прошло со времени публикации «Ассимани», прошу прощения, 18, значит, Баумштарк довел этот вот принцип до полной красоты. Значит, второе имя, которое я там упоминаю, это Ортис, значит, иезуит, Ортис де Урбино. Он написал книгу на латинском языке в 50-х, написал ее в 40-х, 50-х, она вышла в 50-х, в 61-м году, в 65-м году в Риме под названием «Патрология Сюриака». Вот это оригинальное название. Это русский перевод, который вышел в Москве в 2011 году. Эта книга называется «Патрология Сюриака». И вот здесь как раз реализовано то значение слова «патрология», о котором я вам говорил. То есть это вся литература богослужебная и богословская, и небогословская, и даже не обязательно христианская. Там могли быть, там, например, какие-то другие тексты, там парахристианские, там гностические, например, которые здесь. Но слово «патрология» здесь на самом деле не должно вас обманывать. Это справочник о сирийской литературе. Чем он удобен? Значит, существует латинская версия и существует русская версия. К сожалению, нет версии на английском или на другом общедоступном языке. Поэтому, кто читает по-латински, так сказать, «Vous êtes bienvenue», кто читает по-русски, прекрасно, ну, кто не читает ни на одном из этих языков, значит, я надеюсь, что среди сметовок все-таки еще латинский читают. Поэтому, значит, чем он ценен, что там каждому писателю присвоен определенный номер параграфа. И поэтому можно сказать, там, скажем, писатель такой-то, параграф такой-то, и будет понятно, у Баумштарка тоже эти параграфы есть, но у него они сделаны немножко по другому принципу, поэтому вот Ортис де Урбино можно пользоваться. Но Ортис де Урбино тоже делил, все, он в каждом хронологическом периоде выделял яковиты нестериани. Яковиты нестериани. Из-за этого пользоваться очень сложно, потому что ты хочешь найти, например, писателя, который в какое-то время писал. В результате тебе нужно заранее знать, к какому он принадлежал, к категории. А найти писателя, например, нужно, ты смотришь рукопись. Вообще, в отличие от русской литературы, где, или там немецкой, где люди, ученые работают в большинстве случаев просто с печатными текстами, в сирийской литературе, специалисты по литературе чаще всего вынуждены работать с рукописями, издание текстов, там, проверять и так далее. И вот, значит, у тебя попадается в рукописи какое-то имя. И ты думаешь, кто это такой? Ну, тут, конечно, в конце концов, как говорил Ханс-Георг Бек, «Das Buch ohne Register ist kein Buch». Книга без указателей – это не книга. Конечно, там есть указатели, алфавитные, там их 4 или 5, там по такие сети. Но в целом, значит, эта книга такая, не самая удобная в смысле поиска. Вот, и существует второе, вот видите, здесь у нас книга Уильяма Райта и Себастьяна Брука. Это английский ученый. Книга Райта, Уильям Райт, называется Brief Outline of the Syrian. Простите, это Брука называется. Она называется. Как же она по-английски называется? Это я сейчас вам не скажу. Но, значит, она вышла в русском переводе в 1902 году в переводе выдающегося нашего сиролога и ученого Павла Константиновича Каковцова. Вот под названием «Краткий очерк истории сирийской литературы». Ее трудно найти, она с тех пор не переиздавалась, но она есть в сети. Если вы мне дадите ваши e-mail, в конце занятия я вас прошу это сделать, потому что нужно будет обсудить еще какие-то вопросы, я вам всем ее вышлю. Значит, чем она хороша и чем плоха? Начну с того, что чем плоха. Плоха она тем, что Райт не любил и презирал сирийскую литературу. Он прямо в предисловии так об этом и пишет. Удивительно, зачем люди этим занимаются. Это такая скучная литература. Там сплошное богословие, литургика, никому не интересные вещи.
и найти там какие-нибудь по-настоящему интересные тексты, это очень сложно. Поэтому это в целом скучный и неинтересный предмет. С райтом я сразу скажу, не согласен, но там куча полезностей. Почему? Потому что райт вместе с Нольдеке, он был ученик Нольдеке, знаменитого, значит. И райт каталогизировал огромную коллекцию сирийских рукописей британской библиотеки. Вот это British Library, которая раньше называлась British Museum. В чем была главная фишка, главный, ну, так сказать, смак этой библиотеки? В том, что британский, так сказать, такой деятель по имени Таттам в свое время, в 19 веке, купил огромное количество сирийских рукописей в Дейр-эс-Сурьян, в монастыре сирийцев в египетской, значит, в Египте, ну, это Скит, область Скит, Шехет, Скитис, и погрузил их на корабль и повез в Лондон. По дороге случилось то, чего не должно было случиться. На Ниле случилась буря. Корабль перевернулся. Частично часть рукописи навеки затонула в Ниле. Но часть рукописи была повреждена. Но все-таки большая часть Таттам довез до Лондона. И это сейчас такая линия ко всех сирологов. То есть я всегда говорю своим студентам, что кто не работал в британской библиотеке, пороху не нюхал сирологического. Вот. Там самый большой, наверное, в мире после Ватикана, ну, или сравнимый с Ватиканом, объем сирийской рукописи. И Райт эти рукописи описывал, сделал каталог. И поэтому тут куча учености, вот такой именно связанной с рукописью. Последняя история сирийской литературы, доступная на простом и хорошем языке, это история, это литература, написанная моим учителем и старшим коллегой, и другом Себастьяном Полом Броком, который сейчас является уже на пенсии, значит, тут он что-то даже не написал, но это не важно. Значит, здесь написано, и она называется «A Brief Outline of Syriac Literature». И у Райта, и у Брока принцип немножко другой. Это не деление людей на конфессиональные, а чисто строго хронологический принцип. Там есть такой период, вот Брок их делит на А, Б, С, Д и Е. У него на самом деле есть еще даже там F, но про F мы не будем говорить. F – это современная литература. А у нас наш курс называется «Классический период». Значит, и на мой взгляд, это правильно. Сирийскую литературу нужно рассматривать хронологически. Значит, поэтому периодов для нас интересных будет три. Четыре, простите. Первый период – это так называемая ранняя литература, А. Это литература 2-4, ну, даже так назовем, 2-3 веков. Это самое начало сирийской литературы, первые литературные памятники, о которых я сейчас скажу. Вторая часть, это второй момент, это литература классического периода 4 века. Это расцвет сирийской литературы, времена, условно говоря, Ефрема Сирина, вот этих вот писателей. Классическое, так сказать, такой расцвет сирийской литературы. Затем писатели периода С, 5-7 веков, это время активной богословской борьбы, когда там друг друга сокрушали мастера богословской прозы с двух сторон, с миофизитской и с антиохийской, то есть восточно-сирийской. Ну, период, значит, соответственно, 7-13 века – это период, когда сирийская литература существовала в рамках арабского мира, и поэтому, естественно, сирийцы взаимодействовали с арабами, проникают различные элементы, так сказать, арабской учености, сирийской в арабскую, арабскую в сирийскую. Многие писатели являются двуязычными, они пишут и по-сирийски, и по-арабски. Вот. Ну, в общем, такой тоже своеобразный период. И период 14-19 веков, мы его не будем рассматривать, это период, в общем-то, постклассический, когда сирийцы на территории
территории уже Османской империи и колониальных держав писали по-сирийски, подражая писателям древности. Эта литература маленькая, она отдельная, мы ее не будем трогать. Значит, с точки зрения церковно-исторической, периоды А и Б – это периоды, условно называемые, неразделенной церковью, то есть когда не было вселенских соборов, не было христианский мир, там еще представлял собой единство. Сейчас сирийский мир делится на несколько сегментов. Значит, вот этот сегмент называется... Этот сегмент называется западносирийский, бывшие, ну, неофизиты или яковиты, они же яковиты, те, кто не принимает Халкидонский собор. Значит, вторая – это восточные сирийцы, бывшие несториане. И третий сегмент – это мелкиты, марониты и другие всевозможные. Ну, мелкиты – это как православные византийского, так сказать, извода, марониты – это отдельные униаты разного, так сказать, разных направлений, халдеи. Вот это вот, так сказать, вот этот сегмент, он возник в результате вот этих споров, которые шли с 5 по 7 века в Византии, но и захватили христианский Восток. Вот. Ну, и, значит, период А и С – это период существования Римской империи до ислама. Чтобы вам было понятнее, как это устроено географически, вот здесь это карта из Пунского атласа античного мира. Она показывает главные центры распространение христианства во втором-третьем веке. Вот наш первый период. Значит, вот вы видите, подчеркнуты большими места, где существовали так сказать, главный центр, это Эфес, значит, на западном побережье Малой Азии, в нынешней Турции, Антиохия, значит, и Иерусалим, вот в том регионе, где рождалась христианская сирийская традиция. Принципиально важной, конечно, является Антиохия, она была ближе всех. Вот Эмесос, вот здесь Хомс, нынешний, это уже Сирия, территория Дура Европа, знакомые вам всякие слова, наверное, кто смотрит за современной политикой. Вот Ктесифон, это уже Персия фактически, Иран. Вот, как вы видите, христианство распространялось вот по этой береговой линии, захватывая некую часть глубину, и поэтому, естественно, сирийская литература вот с этим процессом возникновения и развития была связана. Но был еще другой важный момент. Это борьба на первом периоде, для нас важна тоже борьба Римской империи, вот, которая здесь зеленым цветом обозначена, и персидского сасанидского государства. Эта борьба проходила вот в аккурат, разделяла сирийский мир на две части. Вот видите, Мосул, там, Арбела, Урмия там, и так далее, вот эти все, вот прямо граница прошла по сирийскому миру. В результате это тоже отразилось, ну, разумеется, и на литературе, потому что сирийская литература существовала в рамках тех политических обстоятельств, которые вы видите на карте, и не могла от них абстрагироваться. Поэтому, разумеется, на церковную жизнь, на жизнь христиан на Востоке влияло то, в каком окружении они находились. Например, привожу пример. В 4-5 веках персидские шаханшахи, или цари-цари, как они называются по-ирански, воевали с Римом. И они поставили перед своими сирийскими христианами, которые жили на территории Ирана, такую, в общем, фактически сложную дилемму. Вы должны прекратить всякие сношения с нашими врагами, и тогда мы вас будем уважать и любить.
А если вы с ним будете общаться, вы будете как национал предатель. И это для христиан стало невыносимой чудовищной дилеммой. Другая ситуация, например, была в Византии, когда в 6 веке византийские императоры во имя византийского православия устроили чудовищные гонения на тех, кто не был согласен Халкидонским соборам. Там закрывали монастыри, выгоняли людей, там казнили и так далее. Все были ужасные, чудовищные вещи творились. Но, тем не менее, в результате часть этих самых христиан побежала в Персидскую империю и в другие места. В общем, и, соответственно, а когда они бежали, они несли с собой традиции, организовывали школы, как, например, беглецы от гонения на Антиохии, на антиохийское богословие, так называемые несториане, принесли, вот термин неправильно считаю, они принесли на территории Персидской империи, ученые создали знаменитую научную и философскую школу в Гундишапуре, или Бет-Лапат. Вот, если посмотрите, он здесь на карте должен быть обозначен. Или же сюда, да, вот в этом регионе. Михаэль, вот там. Да. Про контекст, я думаю, сказал хорошо. Дальше почитайте разную литературу, которую я вам пришлю, и составите лучшее представление. Итак, поехали. Начало. Значит, сегодня мы в оставшееся время будем говорить про период А, Европу, который является начальным периодом. Первое правило, когда люди начинают писать про сирийскую литературу, они обычно начинают писать с Библии. Так поступает Райт, так поступает Ортис Дорбина, и отчасти так поступает Баумштам. Но они утыкаются в очень серьезную проблему. Проблема сирийской Библии – это проблема того, что наличные тексты сирийской Библии, которыми мы сейчас обладаем, возникли не ранее 4-го, а то и 5-6 веков. То есть у нас, конечно, были по-сирийски и более ранние версии, но они частично, по большей части утрачены, за одним исключением, о котором я скажу здесь. Это исключение называется Диатесар. Значит, поэтому сирийскую Библию, на мой взгляд, правильнее рассматривать в рамках того периода, когда она переводилась с греческого языка, и когда те переводы с иврита, которые существовали до этого, но которые до нас не дошли, поэтому мы ничего о них сказать не можем, были инкорпорированы, повлияли. Поэтому по Библии я вам отдельно буду рассказывать. Значит, очень важным является то, что вот для этого периода христианство существует в так называемой апокрифической среде. Термин условный такой, но это значит, что существовал некий хор различных источников. Частично это еврейские тексты, созданные во времена в эпоху Второго храма, так называемого эллинистического иудаизма, Завет 12 патриархов, Тестаментов Адам и другие разные тексты, которые существовали и влияли на мировоззрение писателей. Сподвигали их на создание подобных же текстов дополнительно. Значит, второй момент – это то, что в этот период активно взаимодействуют арамейский и иврит. Иврит не столько как живой разговорный язык, который к тому времени уже не был живым разговорным в 2-3 веке нашей эры, сколько как язык разных текстов и язык толкования. Мы понимаем, что в еврейских школах Тивериады, и других мест создавалось большое количество так называемых арамейских торгумов. Слово торгум, наверное, вам известно, оно обозначает толкование. Фактически оно обозначало вот что. Существует священный текст на иврите, Писание, Библии. Значит, этот текст нужно объяснить. Поэтому в этот текст переводится на арамейский, и к нему добавляется объяснение, но которое не отделяется от текста. Как у нас сейчас устроено толкование? Мы, например, пишем: «Вначале сотворил Бог небо и землю». А дальше мы даем внизу примечания различные толкования вот этого текста.
Торгум устроена по другому принципу. Толкования не отделяются от текста. Они прямо находятся амблок, так сказать. Вот прямо вот написано, вначале сотворил Бог. А Бог это вот тот самый великий, там, могучий и так далее. Небо и землю. Не то небо и не ту землю, которую мы знаем, братья, а вот другую там и так далее. То, та земля, которая, по которой ангелы летают, или там, на которой был райский сад. В общем, вот этот торгум, кроме того, вот эта еврейская традиция обогатила сирийскую литературу принципом Мидраша, вот специального такого сложного толкования устроена. В общем, еврейские традиции в этот ранний период влияют. Ну, конечно, Антиохия, мы картинку с вами видели, греческое влияние в Антиохии было сильным, то есть это был греческий город, грекоязычный, там была риторическая, литературная, научная и всякая другая богословская школа, которые уже в этот период весьма сильно развиваются. Достаточно сказать, что во втором веке из Антиохии происходил один из первых ранних христианских писателей грекоязычных, Игнатий Антиохийский, который там создал корпус из то ли 4, то ли 7, то ли 10 посланий, то есть что-то разные версии, но на греческом языке, в которых есть определенные элементы, конечно, сирийской среды. Поэтому греческое влияние в этот период тоже сильное. Центральную роль в этот период исполняет город Эдесса. Эдесса – это название не сирийское, а македонское. Дело в том, что вообще историческое название Урхой или Урха, это название старое, в общем, еще известное с аккадского времени. Вот, сейчас это Урфа или Шемиль-Урфа на границе Турции и Сирии. Через этот город переправляют разных наемников в ИГИЛ, к сожалению. Вот сейчас, но это маленький городочек такой, когда-то он был главным таким городом, когда его завоевал Александр Македонский, он по своему обычаю переназвал его по названию города в Македонии, Эдесса, просто перенес одно название, значит, на территорию Сирии. В этом городе существует знаменитая книга Сигала, она называется «Эдесса, the Blessed City». Значит, красиво с картинками, в котором действительно это был благословенный город, поскольку там, значит, цвела образованность, были просвещенные епископы и вообще была всякая красота. Вот, значит, центральная роль этого города. Ну, в этот период на традицию очень сильно влияют такие течения ранние парахристианского такого типа, как гностицизм и манихейство. Я не буду сейчас входить детально всего этого. Манихейство только рождало, гностицизм уже активно существовал. Достаточно сказать, что многие писатели, о которых я впоследствии скажу, испытали все влияние этих традиций. Ну и последнее – месопотамское влияние. Значит, многие могут сказать, а где же там Месопотамия? Это уже давно Вавилонское царство разрушено, позднее Вавилонское. Там уже были персы, потом как это все, эллинистические государства. Как это все сохранилось? Ну, в какой-то устной традиции. В чем оно проявляется? Вот я назову три названия. Первое – это так называемая диалоговая форма. По-сирийски она называется «согифа». Это диалог между двумя, то есть некая поэма в виде диалога между, например, небом и землей, между праведностью и неправедностью, между богатством и бедностью. Эта форма диалога чрезвычайно распространена в аккадской литературе. Существует довольно большое количество разных вот этих премий, так называемых. И вот в сирийской литературе они тоже появляются. Ну и второй момент – это, конечно, всевозможные месопотамские рассказы, вроде Ахикара и так далее, которые попадают в сирийскую литературу, поэтому влияние сильное. Итак, вот это вот, эти основные для первого периода характеристики. Теперь переходим к отдельным писателям, несколько писателей вот этого раннего периода. Так, сколько у нас времени еще есть? Значит, поехали. Первый период, первый писатель, по которому я хотел сказать, это писатель, которого зовут Бардасан, или Бардайсан. Значит, что это за Дайсан? Ну, под словом «с» в слове «Дайсан» можно поставить точку. Вот видите, там это буква, значит, «соде»,
она произносится как сильное эмфатическое «са-са-па-да-сан». Вот, она соответствует еврейскому «ц», конечно, да, но у сирийцев так произносится. Это река, река, которая течет в Одессе. Поэтому он себя называл сыном этой реки. Слово «бардесан» или «бардесанес» – так его назвали греки. Он родился и жил примерно вот в указанное время в Одессе. И называли его «философа арамайя», то есть философ, пишущий на арамейском языке. Арамейский философ. Он испытал определенное влияние гностических текстов. Сложно сказать, в какой степени, но тем не менее он некоторые концепции гностические судьбы, он упоминает так называемые вот ионы, характерные для гностической космологии. Поэтому обычно говорится, что Бардесан имел определенное гностическое влияние. Вот, значит, видимо, его ученик, хотя дошел сочинение под его именем, написал сочинение под названием «Ктава Данамоса Датравата», то есть «Книга законов стран». Очень важно, что здесь слово употребляется «на-мо-са». Слово «на-мо-са». Намоса – это слово заимствовано из греческого «номос». Значит, поскольку слово «закон» в армейском языке, ну, как такового понятия не было. В арабском уже, конечно, понятно, выработали разные понятия, типа «канопи» и так далее, но они связаны уже с другой совершенно эпохой. А здесь, значит, книга «Законов стран». И написал ее, видимо, ученик Филипп. Это диалог платонического типа. Что такое платонический диалог? Это диалог, в котором 2, 3, 4, иногда больше участников, но на самом деле 2, ведут беседу и перемежаются их реплики. Это сочинение было переведено на греческий под названием «Перегеймарменос», то есть «О судьбе» или «де фато» по-латински. И Бардесан в нем выступает героем. Почему считается, что записал это его ученик, а не сам он? Здесь я привожу фрагмент кусочка, где Бардесан говорит, вот прямо первые два слова, Бардесан Эмар, сказал Бардесан Шма, значит, послушай. Послушай, говорит Бардесан, не все в жизни людей определяется звездами. Он долго до этого рассказывал, что вся жизнь человека определяется течением звезд. Каухуэ. Каухуэ – это звезда, Каухуэ – звезда, известная вам по имени знаменитого еврейского героя и, так сказать, руководителя восстания Бар-Кохуэ. Считая, что на самом деле его имя было Бар-Косва, а Бар-Кохуэ он взял себе для благозвучия. Вот, но, тем не менее, значит, Бар-Кохуэ – сын звезды и звездный человек. Вот, но здесь вот это Каухуэ – это звезда, вот оно у нас... Во второй строчке предпоследнее слово. Вот оно. Значит, не все определяется звездами. И дальше мы говорим, что люди установили законы в согласии со свободой данных. Вот слово «херута» – это второе слово на последней строчке. Это свобода. Те, кто знает арабский, значит, хурия, значит, слово вспомнят, наверное. Те, кто знает турецкий, вспомнит название газеты «Хурьет». Значит, вот, но тем не менее, значит, вот он и Бардесан рассказывает, что действительно, что поэтому для того, чтобы определить замысел Бога в отношении всего мира, необходимо изучать законы, которые выработали люди. То есть, иначе говоря, его концепция состоит в том, что течение звезд определяет жизнь людей, за исключением тех вещей, в которых люди свободны. У них есть херута, свобода,
И в рамках этой свободы люди создали законы, и по этим законам они теперь живут. И поэтому задача ученого – выяснить те законы, по которым они живут, и сравнить их. Но законы – это не наше понятие закон, в смысле там, как закон, в смысле law. Даже law вполне еще годится. Не в смысле латинского lex, вот таком в узком юридическом смысле. Потому что эти законы – это обычаи, правила людей. Они вот у нас делают так. И вот это надо выяснять. Бардэ сам был вот таким вот человеком, который все это излагает своему ученику Филиппу, ученику и Овиде, который к нему приходит выяснять чего и как. Что еще важно про Бардэйсана? Согласно греческому писателю Созомену, который писал в V веке, Бардэйсан впервые написал на сирийском стихи. Мы знаем, что в еврейской традиции есть вот эти знаменитые пиютим. Поэтический притвор вас Леонид Андреев, наверное, про это все он знает, расскажет. Ну, не здесь, а вообще в нашей школе. Вот. Но в сирийской традиции непонятно, откуда берутся стихи. Вот Созомен говорит, что он впервые написал стихи, а его сын Гармоний, сын Бардэйсана, их записал. Ну, может быть, так оно и есть, наверное. В общем, такое предание существует. Книга Бардэйсана издана первоначально серологом Франсуано в начале 20 века и переиздана таким Ханном Яном Драйверсом уже в 90-х годах в Лейдене, но переиздана без критического аппарата, а просто с английским переводом. Но там есть английский перевод, что ценно. На русский язык книга законов стран, как ее обычно называют, не переведена, поэтому читать ее нужно по-английски. Следующий писатель. Это, точнее говоря, следующий памятник. Это я намеренно не сказал писатель. И это так называемый диатесаун. Ударение на «а», потому что это слово греческое. Вот видите, тут написано «то диатесаун евангелион». Ну, вообще говоря, сирийцы, слово для у сирийцев есть два слова для понятия «евангелия». Одно слово – это «карузуха», возвещение, так сказать, благовестие, а второе – греческое «евангелион», которое чаще всего обозначает книгу и памятник, сложившийся в определенную форму. От них оно попало к арабам, которым, знаете, «инжиль» – это «евангелие», это слово из сирийского языка. Значит, откуда взялся, что собой представляет этот диатесаун? Вот видите, предпоследнее. Жалость, это нужно было на первое место поставить. Жалость Сифоничества Евангелия. Как вы знаете, четверо Евангелия. Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна представляют собой как бы с разных сторон увиденные события. Первые три Евангелия содержат так называемую синоптическую версию. Ну, с Матфеем там отдельная история. Иоанн – это четвертый Евангелие, он совершенно отдельный. Но они хронологически непонятно, как их совместить. То есть для простого читателя. Конечно, богословы какие-то знают, как это делать. Что сделал Татьяна? Он взял эти Евангелия и события, изложенные там, поместил в жесткую хронологическую рамку. Сначала Иисус пошел туда, потом он сказал вот это, потом он сделал вот это, потом вот и так далее. Возникла такая картина. И это симфоническое Евангелие. Такие сейчас делают, Библия Гезельшафт выпускает такие книжки, такие научные. Но это был первый жанр симфонического Евангелия. Кто был его автор? Вот это Татьян. Он называл себя Татьян, он по-гречески называется Татианос. Латинское имя, происходящее от того же корня, что там Татиус, Татиус, нет, конечно, Атакера молчать, но тем не менее Татиус. Он
он называл себя, он написал не только сирийские сочинения, по-гречески у него есть знаменитая апология, называется «Речь к Эллинам». Он называл себя «Ассюриус», «Ассириец», «Тиано-Ассириец». Но нас не должно обманывать, «Ассюриус» обозначает название провинции, откуда он происходил. Дело в том, что во времена Трояна провинция Сирия была разделена, там была выделена отдельная провинция, которая называлась Диоцезия Восток, была выделена отдельная провинция, которая называлась Ассюрия. Поэтому слово «Ассюриус» не значит «Ассирийц древний», а значит просто из этой провинции. Так вот, значит, сам он был учеником знаменитого апологета христианства Юстина Философа. И когда в 150 году эту Юстину по доносу казнили в консульство Рустика в Риме, то Татьян бежал из Рима обратно на территорию сирийскую и перестал писать по-гречески, а в своей апологии написал, что мы, христиане, не признаем ваш греческий язык, это язык языческий, а наш, мы варвары, и наш язык варварский и значит, сирийский. То есть он противопоставил. Но это его концепция была своеобразная. Для нас важно что? Что в этом... И он составил вот такой диатез сам. Но какая цель была? Помимо того, чтобы дать Евангелие, опять же, на арамейском языке, на сирийском языке, сирийцам, задача была связана с его своеобразным взглядом на христианство. Он считал, что христиане должны стать такими воздержниками, энкратитами. Вот энкратео по-гречески означает «воздерживаюсь». Поэтому он считал, что христиане должны отказаться от брака, радости, но самое главное – отказаться от вина. Но вам, наверное, известны стишки Владимира Сергеевича Соловьева, русского философа, который писал «Отказаться от вина, в этом страшная вина». «Смелее пейте, христиане, не верьте старой обезьяне», имею в виду Льва Николаевича Толстого. Значит, вот. Но вот Татьян считал, что пить вино нельзя, и поэтому он говорит, как известно, христиане используют во время Евхаристии вино и хлеб. И он говорит, давайте вместо вина воду используем. Ну, потому что вода чистая, значит, все нормально, а вино – это грех, там от него всякое безобразие. И поэтому его секту часто называли аквариями или гидропаростатами. В общем, короче говоря, Евангелие тщательно выковырил оттуда все упоминания вина. В Кане Галилейской умножали воду, значит, там в четверг великий там апостолы тоже пили воду. В общем, везде была вода, никакого вина нигде не было. Поэтому вот отчасти его диатез сарам был проект. Вот, значит, но он не сохранился по-сирийски. Точнее говоря, от него сохранились лишь фрагменты. В целом виде он был предан забвению после того, как в V веке был сделан перевод пешиты, так называемый, но об этом мы поговорим. Сохранились, вот видите, следы в пешите, сохранились следы этого перевода древние. Из интересных, курьезных вещей сохранился один из древнейших христианских текстов на среднеперсидском языке, так называемый персидский диатез сарам. Ну, он издан. Это любопытный памятник, его обычно, элементы его читают, когда при изучении среднеперсидского языка. Вот, он был переведен с сирийского на среднеперсидский. И курьезным образом сохранилось древнее верхненемецкое. В общем, версия, так называемый немецкий диатез сарам. Куски его сохранились каким-то образом попавшие на территорию Западной Римской империи. Это такая некая загадка, но они есть, такая проблема. Значит, наконец, два последних момента. Можно ли реконструировать? Да, вот тот самый Ортис до Урбино, о котором я вам говорил, его попытался реконструировать. Еще недавно был выпущен исследование Луи Лелюара, ну, как недавно, в 70-х годах. Для меня это недавно. Вот, значит, с этой реконструкцией. Но в целом, к сожалению, этот текст до нас не дошел полностью. Но зато в 4 веке на него написал комментарий Марафу или Ефрем Сирин, как его греки называли. Поэтому у нас есть комментарий Марафлима на этот диатез сарам. Поэтому издание я
я здесь не писал, но легко найдется. Следующий текст вот этого раннего периода – это так называемые Соломоновы песни. Они называются по-английски обычно «The Odes», «The Odes of Solomon». Это 42 кратких лирических произведения, будьте здоровы, которые сохранились по-сирийски. Одно было переведено на греческий и 5 в коптском переводе. По всей вероятности, они были написаны, конечно, к Соломону они не имеют прямого отношения, а они были написаны, скорее всего, где-то в районе Эдессы, там они и получили большую популярность. Обычно говорят, что они принадлежат к иоанновской традиции, потому что там упоминается, используется та же лексика, что и в 4 Евангелии, Евангелие от Иоанна, о Слове Божьем и так далее. Кроме этого, там те же темы, которые в посланиях Иоанна в Новом Завете есть, реальность воплощения Христа и так далее. Но строго говоря, конечно, они выражены в таком, я бы сказал, при том, что эта реальность, как бы о ней говорится, но все-таки не напрямую. Там очень такой ускользающий язык философский. Вот, поэтому считается, что, возможно, это христианская адаптация какого-то еврейского текста. Некоторые говорят, что это перевод с греческого. Вот, значит, важной является тема крещения. Вот, ну и непонятно, есть ли связь с сирийской поэтической традицией. Вот пример этого текста, который приводит, который в этом сочинении, там некая песня такая мистическая, и он говорит так. Значит, как капли меда с этого самого, с халиком. Сот. И как молоко течет из матери, полной любви к своим детям, так мое упование о тебе, Боже мой, и как источник пускает вперед свои воды, так же мое сердце трепещет от любви к Господу, и мои губы воздают хвалу. Вот такие похвалы. Частично они их перевел там Юрий Ажанов, там они публиковались, поэтому на русском языке они сейчас частично доступны. Хотя, конечно, перевод поэтических текстов – это сложнейшая вещь, потому что нужно быть на этом уровне, а здесь сложно. В общем, короче говоря, такой текст есть. Они издаются обычно в рамках вот Чарльзворта апокрифов, текстов Old Testament называется это. Вот, и несколько раз создавались в сирийских разных сборниках, но есть несколько таких переводов на английский, на полноценном, на русский нет, но распространение они дальше особенно не получили, но кое-где какие-то кусочки этих текстов вошли в разные богословские сочинения. Следующий текст очень важный – это так называемые «Деяния Иуды Фомы». «Деяния Иуды Фомы» – это такой апокрифический текст, который сохранился в нескольких рукописях, из которых самое главное – это синайский «Синаитикус» 30-й и текст из лондонской библиотеки британской, это так называемый additional или обычный значит, ADD, когда вы видите ADD, значит текст из британского музея, британской библиотеки, 14645. В чем ценность и интерес этого текста? И это главный текст, в котором говорится о том, каким образом сирийское христианство попало в Индию. Дело в том, что начиная с примерно 4-5 века
писатели сирийские упоминают о христианах сирийского языка в Индии. Где конкретно? На Малабарском побережье, это нынешний штат Керала. Там же, где находится город Кочин, где находятся знаменитые кочинские евреи и так далее. Действительно, до сих пор сохранились христиане в Индии вот этого древнего сирийского корня. Они там до сих пор живут. Говорят они сейчас на языке малаялам. Это тамильский язык, родственный шри-ланкийского, лаванкийского, тамильского. Но тем не менее, вот, значит, и этот памятник, древнейший памятник о том, каким образом сирийские, значит, сирийцы связаны с этой землей. Согласно этому памятнику, вот, значит, который упоминается, этот текст упоминается писателем 4 века, 5-4-5 веков Епифанием Кипрским, который там написал знаменитый Панарион, там и другие разные сочинения, упоминается, значит, этот памятник говорит о двух путешествиях, точнее, двух точках в Индии, посещенных Иудой Фомой, или Фомой Близнецом, там на самом деле не очень понятно, как эти разводятся, но тем не менее, отлично. Его называют еще Фома Апостол. Этот текст издан в переводе Елены Никитичны Мещерской, значит, по-русски. Так вот, значит, согласно вот этому памятнику, состоящему, так сказать, 14 деяний, 14 эпизодов из жизни этого апостола, он встречает на Иисусе где-то в Иерусалиме некого Аббана, посла индийского царя Гуднафара. У Епифания Кипрского это имя звучит как Гундофарос. То есть, видите, ДН на Д, там метатеза какая-то произошла. Что исходно, индологи, наверное, скорее бы сказали, что НД правильнее для персидского. Но по сирийски называется Гуднафа. И Иисус говорит этому послу, тот говорит, пришли ко мне кого-нибудь хорошего. И Иисус говорит, а вот забирай Фому, он у меня хороший плотник. И этот Фома едет в Индию. Значит, в Индию те термины, те топонимы, которые употребляются в этом тексте, показывают не столько на Индию, сколько на Южную Иран. И в этом состоит проблема. Потому что вот это первое путешествие Фомы, это апостола Фомы, вот в этом сирийском тексте скорее напоминает путешествие в Южный Иран. Ну, в область залива, куда-то там. Значит, вот, значит, история следующая. Он потом его приглашает дальше на свадьбу царя Андраполя. Значит, он на эту свадьбу прибывает и произносит некую речь. В этой речи, как ни странно, на свадьбе этот Фома Апостол говорит о том, что вообще говоря, жениться не надо. Нужно воздерживаться, детей рожать не надо, и вообще нужно удаляться и жить аскетической жизнью. Что очень странно для свадьбы. Вот, ну, как известно из текста Нового Завета, даже Иисус ничего подобного не произносил на свадьбе, а наоборот, только умножал вино. Но это такое, так считается, аскетический, эмкратический, как у Татьяны, памятник. Вот, из-за чего его считают не вполне, так сказать, ортодоксальным, но это оставим эти все конфессиональные вопросы тем, кто ими занимается. Для нас важен текст, в котором вот эта речь – это риторическая такая важная элемент. Значит, дальше он приходит к царю Гуднафару. И царь Гуднафар говорит ему, тебе задание как плотнику, ты должен мне построить дворец за неделю, за месяц или за год. Проходит год, царь говорит, ну что, дворец построил? Никакого дворца нет. И тогда апостол Фома говорит ему, что дворца я не построил, но вот у меня есть духовный дворец. Царь говорит, как? А грант, который тебе выделил на это, значит, на что Фома говорит, что нет, вот духовный дворец на небе, там, где не надо собирать богатство, которые воры не крадут. И его за это, естественно, царь сажает в тюрьму, но затем у царя заболевает там какой-то родственник, значит, и в конце концов, в общем,
путем разных видений. Царь убеждается, что духовный дворец это правильнее, чем настоящий. Выпускает этого апостола из тюрьмы, тот его крестит. Вот, и вот этот эпизод заканчивается. А затем происходит путешествие к царю Маздаю. Вот это уже события, связанные с Малабарским побережьем. Там он произносит знаменитый «Кармен анима» вот, или «Песнь души». Некое такое тоже похожее на Соломонову песню произведение о любви души к Богу. Вот, но затем злые брахманы возненавидели апостола за то, что он слишком сильно проповедовал чуждую им веру, и схватили его, и четыре воина его умертвили. И вот это мучение Фомы апостола, оно является, так сказать, кульминацией этой истории. Что это перед нами? Житийная история? Да, но не только. Поэтическое произведение, точнее говоря, с какой-то рамкой. Да, это рамка для поэтического произведения. Но самое главное, это так называемый жанр, очень важный на христианском Востоке, этиологических произведений. Этиологические, от греческого «айтия», показывают, как какой-то народ принял христианство. Ну вот, например, «Поезд временных лет» рассказывает, как это сделали славяне. Учение «Одна и апостола», о котором я скажу еще позже, значит, дальше, это как сделали сирийцы. Там, я не знаю, «Житие святой Нино», как это сделали грузины, там, «Житие Григория Просветителя», армян и так далее. А здесь вот эта история, как сделали индийцы. И это такой теологический рассказ, важный. Конечно, тут в нем очень много таких эпических, как это называют, элементов. То есть элементов, которые невозможно проверить исторически. Мы не можем их верифицировать методами обычной истории, но мы можем сказать, что да, вот там какой-то царь Гуднафар, о котором мы ничего не знаем, который не связывается никак ни с кем, но вот это какая-то такая вот история, может быть, символически излагающие какие-то события, но пока что историческая верификация это сложный вопрос. И последнее, о чем я сегодня хотел сказать, памятник, это предпоследнее, это Ахикар. Ахикар это так я и написал рукописи. Дело в том, что он сохранился в большом числе рукописей, больше 10. И это один из древнейших арамейских текстов, переводов с аккадского языка. История этого Ахикара – это некий советник царя Синахириба, который называется, естественно, по-арамейски Синахирим, на которого наклеветал его родственник, его приказали убить, но его друг прячет его у себя, и в какой-то момент, когда царю понадобились толковые мудрые советы, то, значит, Ахикар вылезает из своего укрытия и дает царю мудрый совет. И впоследствии он становится также и советником, дает совет и египетскому фараону. Упоминается Ахикар на папирусе из Элефантины, это важный момент, это старинная история. В книге Товид Ветхозаветной в 1.21 тоже упоминается Ахикар. Греческие писатели пишут, что был ныне утраченный греческий перевод этого сочинения. Интересно, что, видимо, с греческого текста был сделан древнеславянский перевод, известный как «Повесть об Акире Премудром». Вот, значит, он тоже называется, помните, у нас один назывался «Философ» арамейский, это называется «Арамейский мудрец», «Хакима». «Хаким» – это «Хаким», да, ну, «Хахам» еврейское, да, значит, «Арамайни» – тоже арамейский мудрец. В нем ведется повествование от первого лица, и говорится «Я, Ахикар, такой-то, такой-то» и так далее. Значит, издание его самое известное – это Джон Рэндалл Харрис, Кони Бир и Эдвин Смит Льюис. Оно называется «The Story of Ахикар», и там еще чего-то. They are Syrian sage, кажется так. Вот. И самое известное исследование – это
это исследование Марка, которое так называется «Хайкар Зага», значит, в котором он попытался все источники изложить, оно доступно, его можно скачать с архив.org, оно там есть. Вот это «Хайкар», это важный текст. И, пожалуй, вот так у нас есть еще секунда, или мы должны заканчивать? Нет, мы должны заканчивать. Но буквально я от вас отвлеку на секунду, скажу, значит, есть послание, которое сохранилось тоже в рукописи Британского музея, автор, видимо, из города Самосаты. Он его называет Мара Барсарапиан. Он опубликован в Хилтоном спецэлегиум Сиреку, вот в этом издании. Это вот это издание, значит, он говорит, это якобы письмо, которое какой-то языческий философ, ну, не христианин, пишет своему сыну. И там он говорит, что вот, значит, в начале первые слова «Мара Барсарапион», значит, к Серапиону, сыну моему, привет, шлам. Последнее, значит, слово это шлам. Значит, Мара Барсарапиан, Мара, сын Сарапиана, а своего сына он назвал в честь своего отца. Ну, это нормальная история, в честь дедушки назвали, значит. Вот. Значит, и он говорит, что мне сказал, твой учитель написал мне, там, Мальфана, да, где-то слово, что ты усерден в науках, поэтому я тебе решил написать, значит, напоминание, такое, как бы, чтобы ты, значит, наставить тебя, что нужно делать в жизни, что нельзя. Там упоминается некий мудрый царь Иисус, значит, ну, там по имени назван, которого убили иудеи, то есть из чего многие современные исследователи считают, что это более, ну, такая христианская стилизация под письмо античного мудреца, который хорошо относится к Иисусу, но не является христианином. Сергей Сергеевич Аверинцев издал перевод этого текста в конце 80-х годов. Он доступен в сети под названием «Мара», если вы наберете в любом поисковике по-русски «Мара Барсарапион», «Аверин», запятая «Аверинцев», вы этот перевод получите. А, прошу прощения, последний текст. Значит, ну просто у нас большой объем, поэтому, значит, приходится бежать. Значит, Мелитон. Мелитон – это имя греческое, происходящее от мели. Имя мёд, мелитос. Значит, Мелитон – это был такой епископ города Сарды, автор знаменитого сочинения о Пасхе по-гречески. Но в сирийской среде была распространена так называемая псевдомелитоновская мемра или речь философа Мелитона, вот он здесь называется, тоже Кюртоном опубликован, то же самое в его спецлегиум. Значит, вот мемра, первое слово, Демелитон, Мелитон он называется философом, он называется философом. И этот Мелитон, значит, ну вот здесь вот начинается с того, что трудно, нелегко наставить на путь истинный, значит, человека, который некоторое там, там сказано, некоторое время находился в заблуждении. Вот. Это сочинение якобы произнесено перед императором Марком Аврелием в жанре апологии защиты христианства перед язычеством. Считается, что это псевдоэпиграф. Он переведен Дмитрием Афиногеновым и издан в журнале «Восток» примерно в 91-м году. Поэтому русский перевод его существует. Большого интереса это произведение собой не представляет. Такое сирийское подражание греческому апологетическому произведению. Вот, собственно, все, что я сегодня вам хотел сказать.